почти в этом сраном лесу звезд. Вчера ничего странного не видел, на? Нет. Я тоже. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. А то на месте Катьки оказались бы мы. Это... Я что сказать хотел, на? Я кое-что слышал. Этим утром я, как обычно, в школу сол. Вдруг слышу плач за деревьями. Девчати. Сечётина. Ну, я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стрёмно оно, братки. Утро у нас не лучше ноти. Темно она, как в зопе. Вдруг это Катька была, а? А главное, вместе таком парсывом на... В буреломе, что неподалеку от кладбища. Хорош пургу гнать. Да зуб даю, на! Сам слышал! А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Слетела контрольная она! Как пить дать, пацаны, эта Катька в тайге стонала! А значит, и до нее маньячело добрался! Сенечка, Вова, Семен, Катя. Четыре человека, да. Так, пацаны, отныне смотреть в оба. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Как и Полинку. Да ничего, так, дурака валяю. Уже слышал про Катю? Ужасно. Да. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки и... Я чудовище, да? Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Ты потеряла анкету? Да. И кто-то сейчас читает чужие секреты. Надеюсь, ее найдут. Что? Ты будто изменился. Просто не выспался. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Что ты? А может, погуляем после уроков?
Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Почему бы и нет? Давай. Тогда после алгебры на заднем дворе. Что-то из мусорского? Нет, пожалуй. Ты с ней говорил? Беш, отвали на пару минут. Ну, говорил или нет? Она что-то сказала про меня? Она спрашивала, где ты будешь после уроков. А ты что? Сказал, что ты будешь на заднем дворе. Ну, Тоха! Ну, спасибо, друг! Погнали скорее готовиться! Ща мы закатим такую шум в программу, что прям ого-го! Готов? Точно не сдрейфишь? Второго шанса не будет. Букет есть. Маньяк присутствует. Чё там еще? А что с моим образом? Где мой топор или там... маска? Да не гони, Тоха! Надень ту зайчью, что с собой по жизни таскаешь. Только резче! Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Давай, как репетируй. Только она появится, я пригражу ей дорогу. Ага, а я из-за тех кустов такой бац и на выручку. Только веди себя посмелее, Тошек, чтоб как взаправду. Я постараюсь себя не сдерживать. Ты случаем не потерялась, деточка? Черт! Эй! Садись, проклятый! Пока я здесь, никто не обидит эту девушку! Понял? Ты! Говорю, не тронь!
терпение, Рохля! Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. Так, что тут происходит? Питифан, ты уберешь своего дружка? А! Я же... Он мне... Думаете, я вчера на свет появилась? Бяша, небось? Или... Антон? Вот не думала, что ты такой. Это фиаско, братан. Полин! Ну, Полин! Чего? Ты все неправильно поняла. Что тут понимать-то? Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. А вот и не поняла. Ты Ромке очень нравишься. Я думала, я тебе нравлюсь. Мне? Все ясно. Да постой же, нравишься! Ты всем нравишься! Но Ромка, он особенный. Особенный лжец. Он целеустремленный и на самом деле серьезнее, чем кажется. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. В какой-нибудь большой сверкающий город. Да куда угодно. Он обещал защищать тебя. И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Для начала узнать поближе, дать ему шанс. Шутки шутками, а настоящий маньяк еще на свободе. Позволь Ромке проводить тебя сегодня. Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. Но чтоб не думал себе всякое.
Ты не пожалеешь. Она ждет тебя у ворот. Тош, ты спас меня! Братан, да я теперь твой должник на века! Хочешь, я тебе тетрис подгоню? А хочешь, научу рукопашным приемам? Или... Иди уже. Я знаю, чего я хочу. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде. И что ты предлагаешь? Сберкассу обнести? Нет, надо просто поймать маньяка. Того, кто в ответе за все эти похищения. И получить обещанную награду в милиции. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Подарит максимум часы командирские, будь здоров! Ты поможешь мне? Да или нет? Я сказал уже, мы команда. Куда ты, туда и я. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Слушай. Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Готов поспорить, это была Катька. Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу, да и время поджимает. Давай пересечемся у дома Полины через час. Нет, лучше через полтора. Знаешь, где она живет? Думаю, найду. Отлично, мне пора. Смотрите-ка! Фу, явился, не запылился на. Бросили меня тут на. И срулили вдвоем. Глупки. Эй, все на команда Вольтрона называется. Фу. Ну, Биаш, не обижайся. Ромка голову совсем потерял. Ты уж не злись на него сильно. А про тебя я помню. Вот, держи от меня подарок. Не тёся! Это мне на... Спасибо, Антоха! Лазал! Ты чего уж там. Через полтора часа встречаемся у Полининого дома. Намечается срочное дело. Чем будем заниматься? Постараемся не пропасть без вести. Чего унылый такой, на? Вся банда в сборе.